Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. А вот проблемой жителей улицы Радищева вплотную займутся только в следующем году. Для них проложат удобную дорогу до остановки. Такое решение приняла глава района на плановом городском объезде. Комплексные выездные совещания муниципалитета вошли в практику этим летом и уже стали регулярными. По мнению главы района, такая форма помогает не только детально изучить вопрос, но и оперативно найти верное решение прямо на месте. Этим же путем через поле и речку жители бывших домов совхоза «Победа» ежедневно ходят до ближайшей остановки. Окраина улицы Радищева. По главной дороге без личного автомобиля добираться до школы или работы намного дальше. Вот так посмотрите переходы. Все и подумайте, как живут люди. И как их дети ходят в школу. И представьте, теперь это еще и зимой. Пускать автобусный маршрут нецелесообразно. Практичнее благоустроить пешеходный путь. Я ставлю задачу в 2017 году проложить нормальный тротуар, который даст возможность людям с улицы Радищева по направлению к остановке КПП идти спокойно, свободно. Слава богу, там есть освещение. Вот, там, да, действительно проводится окашивание, но дорога должна быть приведена в нормативное, тротуар должен быть приведен в нормативное состояние. Уже на выезде из Радищева муниципальная комиссия не смогла проехать мимо местного гаражного кооператива. Кроме замечаний по чистоте территории ГСК «Химик», встал вопрос о легальности автосервиса. Здесь вот на это здание. На оформление документов сдали. А это в собственность. И тоже с собой документов нет? Здесь нет. Гаражно-строительным кооперативам в этом году особое внимание. Задача максимум – навести порядок с документацией ГСК и, самое главное, легализовать автобизнес. Очень хотелось обратиться к нашим жителям, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью. Это абсолютно здорово, это хорошо, мы вас будем поддерживать. Пожалуйста, урегулируйте все вопросы, связанные именно с разрешительной документацией. При муниципалитете уже создается рабочая группа. Ей поручено в ближайшее время выйти в рейды и проверить гаражный бизнес города и района. Олеся Тробенкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.